хочу показать свой богатый урожай слив сразу. Вы не смотрите, пожалуйста, что их тут больше, чем 4. Остальные сливы мне пришел и досыпал сосед. У соседа дело в том, что каждый год проблема, у него хороший урожай, большой. Ему некуда девать, и соседу приходится бегать, раздавать сливы, выбрасывать их, думать, что с ними делать. Там летают мухи, они гниют. В общем-то, я считаю, что когда урожай слив равен 4 сливам, это намного лучше. Значит, прошу посмотреть на мою сливу, я расскажу, как я добилась данных успехов. Сливу можно по весне не обрабатывать, не помогать ей расти. Это значительно уменьшает количество созревших слив. Но даже если вам крупно не повезло, и ваше дерево будет ломиться от слив, я предлагаю не собирать их вовремя, а собирать, когда на дереве останется примерно 3-4 хорошие сливы. Но даже в этом случае могут быть проблемы, потому что приходят соседи и досыпают вам свой урожай. Еще один. Под дерево? Они, вы знаете, они сыпят куда угодно, им главное насыпать, поэтому тут как повезет. Прошу вот еще раз посмотреть. Хочу еще дать добрый совет, который мне помог. Значит, вот эти 4 сливы, я курю с 13 лет. И вот эти 4 сливы очень помогли мне избавиться от курения. Дело в том, что когда съедаешь 4 сливы, то может разобрать очень хороший понос. И когда ты будешь сидеть на толчке, тебе уже ничего не будет хотеться. Ни курить, ни пить. У тебя будет только одна радость, что ты съел только 4 сливы, а не 6. И не целый урожай, как твой сосед, потому что соседу так намного веселее, чем сейчас тебе. У меня есть еще очень много хороших, добрых советов, как вырастить большой урожай и избавиться от проблем. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на видео, на все вопросы я отвечу. Пока!